Именно все, Андрей Николаевич, знают. Вот название доклада. Андрей Николаевич, пожалуйста. Спасибо. 20 минут надо было добавить. Так, я назову, нажму здесь, понятно. Вон еще девочки пришли. О, спасибо. Спасибо, Серега, привет. Проходите, пожалуйста. Садитесь. Так, я сегодня над кафедрой буду проводить очередной эксперимент. Извините меня, пожалуйста. Такой доклад я, пожалуй, еще не представлял. Картинки составляют там, 10% от того, что я собираюсь вам показать, а остальное 80-90% – это видео. Это фрагменты подводных съемок, большую часть из которых делал я сам, часть снимали мои ассистенты, когда я нырял на различных или в различных коралловых системах, да, по всему миру, пытаясь, грубо говоря, успокоить себя. Что это значит? Я когда-то давным-давно приехал в Санкт-Петербург для того, чтобы стать морским биологом. Кораллы были моим фетишем, и они остаются таковым, хотя я ими не занимаюсь. И поэтому первый раз, когда у меня появилась возможность нырнуть на коралловом рифе, и этот риф был мертвым, то есть у меня в голове все перевернулось, и вообще как бы я был совершенно уничтожен, потому что я-то считал, вот то, к чему я стремился, оно живое, оно существует, оно еще там есть, а выяснилось, уже ничего нет, причем уже довольно давно. Вот, и вот в этом таком депрессивном состоянии я жил не с последующие несколько лет, это было в 98-м году в Панаме, и думал про себя, как же так, ну ведь коралловая экосистема огромная, по всему миру кораллы большие, вот, такие шикарные должны быть, неужели нигде ничего не сохранилось, но чем больше я нырял, там, в зависимости от выполнения тех или иных научных проектов, я видел, что вообще-то почти ничего действительно не сохранилось. Несколько лет назад на станции, морской биологической станции Московской, я сделал доклад, рассказав вот о нынешней ситуации с коралловыми экосистемами во всем мире, после чего меня отругал, причем так, на надрыве таком отругал уже, когда все кончилось, Цетлин, директор этой станции, сказал, что, Андрей, это совершенно отвратительно, что вы делаете такие алармистские доклады, вы мне разрушили детей, потому что студенты там чуть не плакали, никто не ожидал. И он говорит, ну такого типа не может быть. А через год мы с ним встретились, он говорит, вы были правы. То есть то, что сейчас действительно делается на морском дне, в тропическом поясе, по-другому как катастрофой назвать нельзя. Поэтому те места, которые я вам сейчас покажу, где еще что-то сохранилось в том первозданном виде, каком оно было 30, 40, 50 лет назад, это вообще уникальная подборка. Потому что я действительно охочусь, там, иногда несмотря на деньги и прочее, для того, чтобы как бы, просто это увидеть. Я не изучаю их как таковые. Я участвовал в нескольких проектах, и мы делали мониторинг, да, делали транссекты со съемками, так сказать. Да, и после вот на основе некоторых из таких проектов там что-то считалось, оценивалось, проективное покрытие, какие колонии живые в этом году, какие умерли в следующем, после урагана и так далее. Ну и вот... Там первый доклад, по-моему, на кафедре я сделал лет 20 назад, когда померял, так сказать, на Мальдивских рифах впервые. Я пытался этими докладами в той или иной степени отразить состояние того же все-таки, что сохранилось. Да, вот я показываю просто, так сказать, заставки. Последнее я сделал на кафедре 5 лет назад, после того, как... Нет, 6 лет назад, после того, как поплывал на Северном Бали. И вот первый раз в жизни, то есть я вот так и жил с этой депрессией в сердце, в голове, потому что мы рассказываем детям о каком-то чудесном мире, которого давно уже нет. Поразительная ситуация, да, экосистема в глобальном масштабе так изменилась, что мы продолжаем рассказывать о зоологии по старым сказкам каким-то, да, об экологии вот этой экосистемы. Точно так же, как и о многих других, которых уже нет, по сути дела. Вот попав на Меджандан, маленький остров, все... Вот Бали я увидел впервые в своей жизни то, наверное, как кораллы должны выглядеть.
Я был совершенно раздавлен. Я там всего 4 раза погружался, но у меня хотя бы у меня какая-то искра надежды такая возникла. Господи, может быть, еще где-то что-то наподобие есть, да, если там есть. Это был 2015 год, а в 2016 жахнула очередная волна потепления, и этот Медзиандам был, в общем, разрушен на 70%. Все то, что я увидел уже через год, было мертвое почти. Вот. Это был 2017 год, когда в Nature вышла большая статья целой группы авторов, все они такие муфусаилы научные, все специалисты по экологии коралловых рифов. И они спрогнозировали, что к 2050 году от в глобальном масштабе вот той самой рифовой экосистемы, которая является эталоном биологического разнообразия наряду с тропическим лесом, останется менее 25%. Это совершенно, так сказать, абсолютный прогноз. Назад пути нет, они написали, это уже не восстановимо. То есть мы уже утратили, перешли ту черту, после которой та или иная экосистема может восстановить свое разнообразие в первую очередь. Не говоря уже о площадях и так далее. То есть это не алармистский прогноз. Это говорят люди, которые всю жизнь проработали на коралловых рифах, руководили крупными проектами, в том числе и по восстановлению, и так далее. И это очень-очень-очень печально. Вот это вот, что называется, первый, на самом деле, был такой, правда, очень мощный сигнал к тому, что начинается на нашей планете в связи, в общем-то, на самом деле, с изменением климата. Да, это была волна Эль-Ниньо 1998 года, май. Это как раз вот то самое время, когда я оказался в Панаме и первый раз нырнул. Эта волна потепления убила 45-50% всех рифов в мире до глубин в 15 метров. Самое сильное было охвачено Пацифика, тропическое, Индийский океан. Вот. Это вот эти вот пятна, это как раз эта температура. На протяжении 3 недель в состоянии, в ситуации полного безветрия практически, температура воды в слое от 10 до 15 метров прогрелась до 32-34 градусов. Без перемешивания, без ничего кораллы сварились. Они потеряли своих симбионтов, зооксантел, и после того, как они их теряют, они гибнут в течение 2 недель. И вот смотрите, как сказать, первый вот этот вот удар пришелся на конец 90-х, потом следующий такой же мощный прошел в 2010-м. Очень сильно была затронута Западная Атлантика, то есть Карибское море очень сильно пострадало, шарахнуло первый раз очень серьезно по большому барьерному рифу. Между ними, вот это вот десятилетие, там были и то 2 или 3 локальных, таких очень сильных, но все-таки относительно локальных, обесцвечивания. Вот. И потом это все повторилось в глобальном масштабе вот буквально в 2016 году, а сейчас жахнуло 2 года назад снова. Вы понимаете, эти события, которые, так сказать, приводят к изменению, так называемой осцилляции течения Гумбольдта, идущего вдоль западного побережья Латинской Америки, полностью нарушают циклотропическую циркуляцию. Да, и в результате все меняется. Все, то есть кораллы в первую очередь страдают от этого, поскольку экосистема эта невероятно хрупкая. Вот, собственно, как бы как это все выглядит, пока оно еще не сломалось. Это старый кадр австралийский, однако вы видите, да, то, что должно быть цветным, так сказать, многоцветным, он стал мертвенно-белым, после чего, так сказать, идет как бы смерть, да, то есть вот все это разрушается. Если кто меня узнает, вот это вот 98-й год, несмотря на то, что я улыбаюсь, это на самом деле такой смех сквозь слезы, потому что я был действительно раздавлен. То есть для меня это крушение было больше, чем вот идеалов каких-то, да, там моральных и все прочего. Я, в общем-то, и жил-то ради этих кораллов. Если перечислять всю совокупность факторов, которые губят коралловые экосистемы, то, конечно, они во многом перехлёстываясь, да, сводятся вот к этим 1,5 десяткам факторов. И, конечно, такие, так сказать, вещи, как там вулканизм, землетрясения, продолжительные дожди и все остальное, это серьезные штуки, но все-таки их ни в коей мере, наверное, нельзя сравнить с тем все нарастающим давлением антропогенного пресса в виде опустошения прибрежных мелководных экосистем рыбаками,
собственно, все то, что мы выливаем с наших полей, из наших труб канализационных, это в Европе более-менее чистят, в Америке большая часть мира так и сваливает это все, и в связи с этим эутрофикация. И точно так же продолжающееся, так сказать, уничтожение тропических лесов в меньшей степени сейчас, чем там было в 80-х, но все равно все это напрямую, так сказать, связано с изменением положения ситуации на морском дне, который окружает шельфовые территории. Поэтому весь этот перечень, смешиваясь в такой колоссальный убийственный коктейль, ведь это все работает вместе, да, приводят, так сказать, к очень большому количеству болезней среди кораллов, так сказать, они лишаются субстратов, которые в эутрофицированной воде обрастают водорослями, но этот субстрат уже не сесть личинкам, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все известно, я студентам рассказываю это в своих лекциях, но, в общем, легче от этого не становится. Вот общая карта распространения коралловых рифов по миру, звездочками я показал точки, в которых мне удалось нырять. И я могу сказать, что только в трех местах вот из всего этого, да, что-то было то, что могло, так сказать, ну, быть сравнено, можно сравнить с той ситуацией, которая, так сказать, там доминировала в те времена, когда на этих коралловых рифах нырял капитан Кусто. На самом деле это действительно крайне депрессивная картинка. Вот. И я буду сегодня, вот, начиная дальше с некоторого количества кадров, показывать вам, вот, как я, называется, нырял в тех или иных местах. Ну, я на себя буду показывать, естественно, а то, что делается на дне. Проблема состоит в том, что рифы очень быстро восстанавливаются. Допустим, после Эль-Ниньо 98 года Мальдивы были практически полностью уничтожены. Живые колонии начинали встречаться в глубине там, 16-18 метров. Вот все до этого везде было вот так. Да, и когда на это смотришь, и я приехал туда в 2004-2005 году, я там нырял, это мало изменилось. Но в некоторых местах, где течения были сильнее, где по тем или иным причинам условия были лучше, вот это вот кладбище, да, в которое превратилось морское дно, оно все-таки восстанавливалось за счет оппортунистических, быстро растущих видов, некоторых акропор, все-таки это начинало покрываться вот этой порослью, и тут уже несколько видов, на самом деле, если обратить внимание, здесь уже три вида, по крайней мере, растут. И это давало надежду, что это все восстановится. В 2011 году это практически уже выглядело как здоровый риф. А потом жахнул 2016 год, и это уже выглядело вот так. Вот это все колонии, которые выросли за 15 лет. Да, в непотревоженных местах просто осуществляется рекавери, восстановление очень хорошо идет. Вот. И после этого, вот сейчас я первое видео вам покажу. Можно, наверное, на самом деле даже выключить свет. Так, сейчас мы будем показывать. Я это верну в начало. Посмотрите, пожалуйста, как это выглядит. То есть я вам показал очень хорошо восстановившиеся участки, а вот так выглядят места, где восстановление, допустим, идет. Вот такие, эти колонии выросли за 4-5 лет. Идет менее успешно, но вот это все доминировало. То, что вода мутная, это не важно, там бывает мутно из-за дождей, бывает по-разному. Вот. Но, как вы видите, назвать это благополучным, конечно, ни в коей мере нельзя. А вот я говорю, что 16-й год он добил и это. К сожалению, Мальдивы, потом вот москвичи и Иваненко Слава, была целая экспедиция, они прошли Мальдивские острова с севера на юг, и они приехали и сказали, что больше туда не поедут, там делать уже нечего. А это ведь когда-то был рай. Вот. Так, с этим закончим. Или мне надо было остановить, наверное, видео. Я сейчас немножко буду, если путаться, вы меня не ругайте. Так, следующий сток. Да, хорошо. И вот, конечно, на этом фоне... Сейчас я, наверное, неправильно сделал, но
я вернусь так или иначе. Ситуация в других местах была, конечно, лучше. Я сейчас еще продолжаю показывать. Вот. То, что биологи отслеживают на Мальдивах вот настоящее буквально время, да, вот первые две картинки – это 16-й год, а две нижние картинки – это 19-й год. Как вы видите, некоторые биотопы, некоторые участки дна, может быть, так сказать, они даже хуже выглядят, чем непосредственно после обесцвечивания. Тут все попадало, а здесь еще и заиление мощное идет. В некоторых местах восстановление продолжается. Вот. В некоторых местах, в общем-то, картинка полностью поменялась. То есть здесь уже нет тех рифов, которые, тех видов кораллов, которые росли здесь. Они меняются на губки, меняются на водоросли и так далее. То есть сукцессии идут зачастую в непредсказуемых направлениях. Карибское море. Пираты Карибского моря, да. Ну вот. Когда-то было тоже таким вот, что называется, эталонным раем. И вот эта знаменитая акропора пальмата, некоторые колонии, которые в основании ствола достигали почти метра и в высоту 3,5-4, вот такие вот деревья, это был доминирующий вид идентификатор в этих экосистемах, они исчезли. То есть их почти не осталось. Вот, вот как выглядит дно. Вот та самая Бокас дель Торо, футболки, в которой я сейчас нахожусь, в районе архипелага Бокас дель Торо, в районе Смитсоновской станции морской биологической. И это ничего, вот тот исходный биотоп, исходный риф, о котором мы говорили до этого, не напоминает. Здесь остались мягкие кораллы, вернее, заместили. Жесткие кораллы мягкие, здесь губки, здесь зеленые водоросли и так далее. Это полная смена декораций со сменой, опять же, беспозвоночных, естественно, со сменой видового состава рыб. И в тех местах, где, допустим, быстро растущие, вот эта акропора цервикорнис, скорость роста побегов которой в некоторых местах достигает 14 сантиметров в год. Она покрывает, так сказать, сверху вот живые, собственно, ветви с формирующимся. То есть это то, что сформировалось за ближайший год. Но вы видите под ним вот огромный толстый слой мертвого всего, потому что на самом деле это все еще находится в непосредственной близости от огромных банановых плантаций, которые регулярно в сезон дождей выплескивают на этот прибрежный риф колоссальное количество пестицидов вместе с водой, которая уходит с поверхности. И это все дохнет опять. Оно отрастает по возможности и снова дохнет. Вот съемки Багамы, это, считайте, самая восточная часть Карибского моря, которая восстановилась за период там, с 2010 года более-менее в какое-то приемлемое состояние. В 2020 году последняя волна вот этого потепления убила снова все, что только можно было убить. Классическое, это на обложке Nature было в 2020 году. То есть они очень радовались, что Багамы каким-то образом восстановились, но Багамы снова сдохли. Значит, вот опять же, я был, опять же, посещая несколько раз посетив Мальдивские острова, пребывая в своей этой депрессии по поводу того, что все, что я вижу, все дохло. Вот. У меня был глоток свежего воздуха, когда я попал в район Омана, побережье Омана. Очень глухое, забытое Богом место, и вот это первый раз, где я увидел вот такой вот подводный рай, уже не по телевизору, а сам. Это был очень небольшой локальный район, в районе города Мирбат маленький, да, это такая дыра, там ничего нет, там нет сельского хозяйства, это каменистая пустыня, и, соответственно, то, что вы здесь видите, оно сразу характеризует, просто даже по обилию рыбы, да, которая... Хотя здесь нет ветвящихся форм, самых хрупких, но тем не менее, так сказать, показывает на благополучие этого места. Другое дело, что, как показывает практика, даже в тех местах, где количество населения прибрежного достаточно высоко, рифы могут быть довольно хорошими. И наоборот, там, где нет людей, рифы могут быть также убиты. То есть здесь тоже закономерности некоторые не удается прощупать сходу. Следующий момент – это большой барьерный риф. Ну, я думал, ну хорошо, Карибское море, все сдохло, Мальдивские острова, эталон, тоже все погибли. Но, может быть, если
мне удастся выбраться на большой барьерный риф, я там увижу то, о чем мечтал. То есть я хотел увидеть, но, может быть, хоть там осталось. Особенно вот эта периферическая часть большого барьерного рифа, которая находится на расстоянии почти 40 километров от побережья, которая в меньшей степени затронута смылом, которая, собственно, так сказать, дышит, свежая океанская вода, так сказать, там с пищевыми частицами, все. Это должно, может быть, сохранить вот эту вот часть. Там сложно нырять, там сильные течения, там большие волны. Но, может быть, хоть там эти рифы живые. Вот как они выглядели 20 лет назад. То есть, опять же, это еще один эталон, только уже Пацифика. Вот. И Большой барьерный риф – это действительно икона такая для морских биологов. Все это несколько раз подвергалось очень сильным воздействиям. Во-первых, первая часть Большого барьерного рифа на протяжении первой половины 2000-х подверглась очень мощному опреснению, очень долгие, очень сильные дожди. Просто убивали рифы, потом, значит, у них обесцвечивание, значит, здесь произошло не от повышения температуры воды, а от ее распреснения. Вот. А потом еще и на них напала наша любимица морская звезда Акантастер, Терновый венец. Вот таким образом большие участки Большого барьерного рифа выглядели в начале 2000-х. Как я уже сказал, большая часть этого повреждения принесли дожди, а локально, но очень эффективно действовал Акантастер, и это было тоже типа национального бедствия, потому что это курортные районы в районе Кернса, туда вывозили очень большое количество туристов. Туристы перестали ездить просто потому, что звезды съели риф. Вот. И я попал туда уже в 2012 году. Я думаю, что может быть все-таки там. Посмотрите, очень похожая ситуация на ту, что я вам показывал в Карибском море. Мягкие кораллы начинают занимать те места, где жили кораллы твердые. Вот. Лишь в нескольких точках рекавери восстановление шло достаточно быстро, и вот здесь мы видим, как сказать, совершенно замечательный и счастливый кусок рифа, но все это очень-очень небольшие по площади места. Вот, вот как выглядит внешний риф сейчас, к сожалению. Здесь очень мало склероктиний, вот, большая часть того, что там растет, это гидрокораллы или мягкие кораллы. А вот Осправый риф, который вообще находится на расстоянии почти 100 километров от побережья, это была жемчужина, просто жемчужина. Туда регулярно возили съемочные группы BBC, чтобы они снимали, так сказать, нетронутый, что называется, чистейший из чистейших, разнообразнейший риф. Они приехали туда в 2012 году, в тот же год, когда приехал я на Lizard Island, и нашли там вот это кладбище. Получается, что дистанция от берега не важна. Да, то есть очень многие факторы, если мы начинаем рассматривать их совокупность, и в первую очередь антропогенный пресс, они работают вообще в глобальных масштабах, да, потепление, распреснение и так далее. Вот 2016 год, я был в 2012, в некоторых местах что-то восстановилось, и Эттенборо приехал снимать, опять же, из BBC кусок о Большом барьерном рифе, и грустно бродил по этому большому барьерному рифу, который на его глазах рассыпался. Посмотрите, последовательные волны потепления и обесцвечивания коралла. В данном случае это уже было не из-за дождей, которые прокатились с севера на юг по рифу и убили в районе там, от 40 до 60% всех кораллов, опять же, до глубины в 10-12 метров. То есть вся система пострадала, и сейчас она выглядит очень плохо. На самом деле они свое сокровище, австралийцы считают, что уже потеряли. Вот, это 20-й год, это в добавление к 16-му шарахнуло, вот в 20-м. Вот как это выглядит, и посмотрите масштабы. А все то, что побелело, 80% из этого сломается и свалится на дно в виде обломков. Вот. И вот осталось, по сути дела, получается, не так много мест. Одно из этих мест – это коралловый треугольник знаменитый. То есть это территория, располагающаяся между Индонезией, Филиппинами, Новой Гвинеей, где сосредоточено 70% всего мирового разнообразия склероктиний. Вот. Здесь присутствующие, уважаемые гости Зоологического института,
как бы нырял там, знает. И когда я сказал, что в 2015 году я случайно совершенно, так сказать, попал вот на север Бали, тем более Бали пользуется славой уже, это гиперзаселенный остров, там очень развито сельское хозяйство, развлекательная индустрия, и его рифы, в общем-то, загублены уже достаточно давно, именно благодаря присутствию человека. Я не ожидал, что мне удастся увидеть что-нибудь наподобие вот этого. То есть... Удивительное дело, в одной точке, да, в какой-то, да, оказались какие-то действительно сотни и сотни квадратных метров морского дна, которые были покрыты совершенно замечательными кораллами. Вот я этот кусочек как раз покажу. Это было совершенно неожиданно для меня. То есть то, что еще в мире, где-то такое и есть после вот этой всей разрухи, которую я вам до сих пор показывал. 6 лет назад я вам показал там фильм побольше, здесь я вам показываю просто небольшой фрагмент. Вот чтобы можно было представить, как по разнообразию и плотности, да, вот должен выглядеть, собственно, настоящий риф. По-моему, единственный кусочек я сейчас сделал, сейчас я посмотрю, оно, да-да-да, это оно. Стоп, стоять, Манька. Вот. Так, переезжаю. Следующим, так сказать, следующей точкой у меня были Сейшелы, Сейшельские острова. Там часть моего проекта выполнялась, поэтому, так сказать, волей-неволей я должен был туда попасть. Я попал туда как раз в 2017 году, через год после того, что там произошло. Опять же, это картинки из научной статьи взятые, верхняя часть – это как бы нетронутые кораллы. Потом 98-й год и все, что с этим связано. А потом разные траектории восстановления. Более-менее то же самое, что было в начале, и совершенно не похоже вот, дно, покрытое зелеными водорослями. И вот теперь вот то, что увидел я, когда там нырнул. Это дико депрессивно. Все сдохло. То есть это огромные валуны, поскольку у острова вулканические. Вот видите, как это все выглядит. Где-то 1.5 года назад здесь было веселее гораздо, а потом вот в одночасье. Это Сейшелы, которые тоже считались жемчужиной и были всегда жемчужиной тропиков. На суше растительность, там все остальное осталось, а под водой вот такое кладбище. В 2018 году еще одна возможность нырнуть в коралловом треугольнике. То есть я был очень, так сказать, простимулирован тем, что я увидел на Бали. Вот, и... Стоп. После вот этих самых Сейшел, посмотрите. То есть это еще одно место, это вот после Бали, хотя там в 2016 году много погибло. Себу, это центральные Филиппины, очень густо заселенные, большим количеством курорта и крестьян, недалеко от побережья или прямо на побережье. Тем не менее, посмотрите, что делается. То есть это практически можно считать, то есть вот эта колония, вот широкая акропора, то есть ей лет 20, может быть, больше. Вот такие вот поля, когда растут, это говорит о том, что это не было затронуто ничем. То есть как так вот случилось, что по всему миру вот эти волны потепления били, а конкретно в этом месте, причем я как бы несколько поездок было вокруг острова, и везде ситуация была приблизительно одинаково хорошей.
Единственным объяснением в данном случае может служить то, что между островами и Филиппинами очень глубокие проливы. Это система, как бы, как вы знаете, стоит на вот этих разломах, да, собственно, знаменитое Тихоокеанское вулканическое кольцо. И вот благодаря этому, да, они служат резервуарами холодной воды, которые не дают прогреваться, постоянно омывая вот эту вот территорию, не дают прогреваться до такого состояния, когда вы кораллы гибли. То есть это эталонный пример рифа, это редчайшее, так сказать, вообще, что только можно найти и услышать. И вот можно искать часами в интернете, найти что-то лучшее сложно. Показывать долго не буду, здесь можно смотреть. Посмотрите еще один кусочек. Сейчас я найду. Из другого места. Здесь, к сожалению, освещение, там было солнце. Здесь совершенно другое покрытие, совершенно другие виды доминируют. Вот, но обратите опять внимание, что нету практически дыр. Вот этих вот, да, то есть кораллы из тех организмов, которые, воюя за солнце со своими соседями, занимают все возможное свободное пространство. И вот в отличие от предыдущего места, вот одно возле Насебо, а это Пескадорес остров, другой был недалеко от него, здесь были листовидные колонии, которые преимущественно занимали, там были паритосы, такие пальцевидные, акропоры, здесь их меньше, вот, и чуть-чуть я дальше прокручу, чтобы это вот полное счастье увидеть, которое только можно представить себе, посмотрите, какое количество рыбы. Да, то есть вот здоровье рифа еще во многом оценивается по разнообразию и количеству коралловых рыб, которые здесь живут. И это все существует в одно и то же время. Да? То есть вот эти вот поездки между там, 15-м, 19-м, 20-м годом и так далее. То есть это еще один такой вот эталонный кусок, который видно, что он не разрушался на протяжении последних 40-50 лет, по крайней мере. Тут плывешь и так, извините, пожалуйста. Вот, типа расталкиваешь. Так. Это Филиппины. Ну, Малайзия, 19-й год. Значит, я просто здесь уже по чуть-чуть буду показывать места, немножко осталось, я вас мучить не буду. Вот. Еще долго. Совершенно другое дно. Ой, нет, это не Малайзия. Дорогие мои, по-моему, я перепутал. Неважно. Это Эйлат. Это Израиль. Это то, к чему я подбирался. Красное море. На самом деле это и хорошо. Может быть, мы переключились, потому что как бы я потихоньку подхожу к концу. Красное море по сравнению со всеми остальными акваториями отличается повышенной температурой воды. Допустим, если средняя температура воды в Индийском океане 26-27 градусов, естественно, в зависимости от места, сезона и так далее, то в Красном море 29. Считалось, что именно это позволяет кораллам чувствовать себя даже при повышенных температурах воды несколько лучше, нежели, так сказать, в других местах. Вот. И поэтому я все время думал, что Красное море, может быть, все-таки там что-то, потому что я до этого... Значит, я здесь немножко ошибся, да, не страшно. Вот. Мы были с Андреем Игоревичем, то, что я как раз показывал вам сейчас, это Эйлат, это самый кут залива Акаба. И, как вы видите, дно там оставляет желать лучшего. А вот в прошлом году как бы, мне удалось попасть в Марса-Алам. Такое довольно туристическое место, но на самом деле туристов возят только в специальные места, так сказать, по определенному маршруту. А я совершенно случайно попал в то место, где, на удивление, да, был собран материал для моего старого проекта австрийского «Залив Сафага». Вот. И в одном из мест, вот, которое мы попали, соответственно, наш выпускник Миша Федюк побывал там много лет назад, и вот он фотографировал это, удалось нырять.
И как раз я был, да, вот как раз видео Элата я должен был здесь показать. Там наконец-то нашел свой, ну, как угодно, Эдем. Вот, потому что это, наверное, по сравнению даже с теми рифами, которые я вам сегодня показал, по площади и разнообразию, были самыми хорошими и самыми интересными, которые я видел в мире. Нет, это как раз здесь чуть-чуть перепутано, это Малайзия, но я вам не буду его показывать. Я вам покажу вот как раз два или три сюжета из вот этого красноармейского своего видео. Чуть-чуть мутновато, но вот, вот на этом, по крайней мере. Однако можно себе представить и этот же рельеф. Вот это далеко не всегда плоское, да, потому что здесь очень хорошо, что вот такие вот шишки или надолбы, такие колонны, да, которые занимают огромные территории. И как раз вот очень типично как раз для Красного моря. Тут не такое большое количество ветвящихся форм акропаритоси возможных. Да, здесь опять же доминика уже паритосы. И вот этот самый middle reef, который я заявил в начале, в названии своего доклада, это как раз был час того полного счастья, если угодно. Когда, в общем, я хотел там остаться и, неважно, раствориться. Если кто видел, фильм видел «Голубая бездна», это вот, вот именно такое состояние, потому что, ну, это несколько, наверное, километров квадратных. Было небольшое течение, у нас несло потихонечку, и мы снимали вокруг, где совершенно не видно было никаких, так сказать, вот, повреждений практически, да, и которые нужно легко объявлять каким-нибудь национальным достоянием или заповедником ЮНЕСКО. Я когда вылез, я сказал сопровождающим: ребята, вы его должны охранять, потому что ничего подобного у вас в округе. Мы ныряли почти неделю, по 4 погружения в день, и это было, опять же, чистота воды, количество рыбы, наверное, самое замечательное из того, что я видел в своей жизни. Мне сказали: не, мы не будем объявлять, потому что тогда мы не сможем сюда таких, как ты, возить. Вот чем меньше его знают, тем лучше. Они еще стараются сами не таскать дайверов по поверхности этого рифа. Они стараются обходить, а иначе те все, так сказать, ластами все порушат быстро. Но вот это действительно удивительно, что... Я видел, когда туда ехал, кроме вот этого Эйлата, где удалось нырять, еще снимки из разных точек Красного моря. Всегда считалось, что юг Красного моря, Судан, очень чистый, там прекрасные рифы и так далее. На самом деле оказалось все не так. В Судане очень много разливов нефти, оказывается, было на разных почвах, и там очень большие проблемы с этим. Вот, на севере Синайский полуостров, Шарм-эль-Шейх и так далее. Такое количество туристов, что тоже очень много проблем. А вот это просто, я даже не знаю, как назвать, вот седьмое небо. Вот. Небольшое количество мягких кораллов и вот, собственно, уходящие за горизонт, непотревоженные совершенно, да, то есть ничем. Нет, наверное, это был последний. Да. Да, предпоследний. Вот я так сказать, что все-таки в конце ложку придется добавить. Это побережье Коста-Рики, съемки трехмесячной давности. Там тоже, говорят, были хорошие рифы. То есть это Восточная Пацифика. Посмотрите, вот опять же, я возвращаю вас в суровую реальность, как выглядят коралловые рифы, наверное, на 70% территории морского дна по всему миру. То есть вот это стандартная сейчас картинка. Поэтому если вот вы вспомните, что я вам показывал только что, вы поймете, так сказать, мой восторг. Какое-то количество мягких кораллов, какое-то количество корковых жестких. Вот. Но в целом очень много водорослей зеленых. Вот. И это все уже совсем-совсем не то, что было несколько десятков лет тому назад.
Все. Спасибо вам большое. Вот, пожалуй, то, чем я хотел поделиться. Вот, если это было несколько сумбурно, то приношу свои извинения. Это черепаха. Да, черепах там много и достаточно. Вот, течение просто болтает всех, и то туда, то обратно. Наткнулись на нее, она ушла. Вот на самом деле там делали небольшой проект, который по проективному покрытию. Это большой, как бы такой вот национальный парк Исла де чего-то. Ну, в общем, Исла. Остров. И считать там почти нечего. То есть там все сдохло давно. Все, спасибо большое. А включаем. Да. Вопрос есть, Андрей Николаевич? Если спасибо. Это... Ну, ладно, ладно. То есть, не надо. Спасибо. Может, есть вопрос? Какой глубины? Смотря какие. То есть есть и глубоководные, есть же как бы, если имеется в виду те, которые с симбионтами живут, да, тем свет нужен. Такие там до 40 могут тянуть, но уже не любят. В принципе, большая часть склероктиний живет на небольших глубинах. Вот, но есть те, которые... Ну вот в кромешной темноте, там 2 километра, так сказать, не предел и так далее. Мягкие кораллы живут до очень больших глубин, уходят туда на практически в абиссаль. Съемка на каких глубинах у вас вот это? Вот все то, что я показывал. Основное разнообразие мадрепоровых, то есть опять же рифостроителей, живет на глубинах до 25-30 метров. То, что здесь снималось, это преимущественно 15. Это самые красивые 10-15 метров, самые богатые места с максимумом солнца, света. Несколько метров, там не очень много. Нет, нет, есть, они выходят практически к поверхности во многих местах. Они в отлив, прилив, в некоторых случаях в Австралии могут обнажаться и быть, они покрываются слизью такой, да, и даже терпят обсушку. То есть могут выходить. Нет, нет, они выходят достаточно близко. Хрупкие, ветвящиеся формы никогда не выходят, поскольку прибой их там же молотит сразу в любой шторм. Такие как массивные паритосы, вот большие, они там вот как бы могут так существовать. Да, 3-5 метров, 10 метров, вот это вот. Вот. А какую температуру они выдерживают на обсушке? На обсушке очень высокую, на самом деле. Почему же? А? Почему? Нет, ну есть виды, которые терпят эту осушку, а есть виды, которые нет. Да ведь? То есть на самом деле, если видовое, вот то, что австралийцы работали по этим самым-самым мелководным, вот там ограниченный спектр видов, там не все подряд. Большая часть не любит. Но богато все равно. Ну да, да. Это несколько десятков видов, да, да. Ну да, естественно, и слизь вот это. 4 часа, да, это все-таки какое-то время, да. Да это же есть какие-то свидетельства того, что какие-то виды современных кораллов действительно на сегодняшний момент всеместно выдержали из-за вот этого воздействия. Ну вот, наверное, самый как бы характерный пример все-таки нет. Таких видов конкретно, чтобы кто-то не мог найти какой-то вид, я не слышал, ни разу не видел в литературе. Но акропора пальмата, которая была доминирующим в Карибском море, ее сейчас находят единичные колонии, хотя это были километровые поля. Вот, ее очень мало. И она осталась, вот какая-то часть популяции на глубинах там 20 метров чуть поменьше. Они маленькие, там они такие небольшие, но тем не менее могут посылать личинок меньше. Другое дело, что там они, начиная развиваться, они вот опять же через несколько лет гибнут опять. То есть такой прям опасности, что кто-то вымрет, все-таки сейчас нет, да? Очень большая надежда была на более глубоководную часть популяции одних и тех же видов. Но сейчас как бы считается, что все равно они адаптированы для своих глубин, и выживаемость личинок, которые приходят с глубины на нырять, очень низкая. То есть они все там вышли, они там и сели, грубо говоря. А те, которые ушли на мелководье, их выживаемость не такая высокая. Ну вот это то, что опять я читал.
Сам я, конечно, с этим не работал. То есть это не очень хороший, скажем так, скорее вариант того, что они идут севернее и южнее из того места, которое сейчас уже не является зоной комфорта, вот, а будут распространяться, так сказать, в субтропики. А в сравнении с предыдущими эпохами, вот сейчас разнообразие кораллов, оно меньше или больше? Нет, оно скорее даже больше. То есть оно сейчас очень высокое. Сейчас вообще по многим параметрам считается, что разнообразие одно из пиковых. Вот, и мы быстро теряем его. То, что было накоплено там десятками миллионов лет, мы его теряем за тысячи лет. Вот это очень плохо. Конечно, и осушки были. Конечно, там, да, когда в шапке ледяные вода уходила, уровень океана падал, огромные территории, заселенные кораллами, остались на суше. Вот когда-то очень видовое разнообразие и тогда исчезало, естественно. Но вот сейчас очень быстро все. Вот это жалко. Можно вопрос? Угу. Да. Вот это вот все. Я понимаю, что журналисты страх не нагонят, и ты тоже. Но ведь если так думать об истории планеты, так, вот, если бы кораллам угрожало глобальное похолодание, вот, это было бы ужасно. Но угрожает потепление, а холодных мест еще достаточно. Но отступите в сторону. Понятно, что любая подвижка, любая революция – это плохо. Что можно сказать об истории рифов? Вот, ведь это же не первый раз это все вымирало. Конечно, это вот. Тоже понятно. Есть ли хорошие обобщающие работы, которые бы отражали падение и возрастание разнообразия на рифах? Вот хронология большого барьерного рифа. Кто-нибудь этим занимался? Ну, есть немножко. Занимались. И занимались этим по Красному морю. Очень лучшие работы, на самом деле, это север Красного моря, которые делали австрийцы. Вот. Они очень много как бы с этим возились, и ну, временной промежуток, который не очень велик, да, поэтому видовое, ну, как бы, по крайней мере, в пределах родов все то же самое. То, что вот делалось. Оледенение. На сколько тысяч лет удалось? Оледенение самое раннее. То есть это последнее, это плейстоцен. Это 2 миллиона. Хороший материал. Ну, хороший материал. Почти не изменилось. Чего мы боимся? Ну, чего мы боимся-то? Хорошо сказал. Еще? Если может быть. Андрей Николаевич, слушай, а вот вопрос. Там нету таких видов водорослей типа макрофитов, которые бы все это зарастали? Вот ты показывал много-много картинок. То есть либо кораллы, либо пустыня, да? А это ведь фатическая зона, там по идее... Вот это тоже водоросли. Это все покрыто, да. Что-нибудь такое вот... Нет, крупные, я, ну, если бы у меня были как бы сейчас какие-то слайды к моим лекциям, я бы мог это показать. Есть. Я показываю вот здесь. Вот, сейчас покажу, где у меня Сейшелы были. Вот нету ее. Сейчас покажу, покажу. Вот это. Вот, например, вот такое есть, да. Макрофиты с кораллами живут в очень небольшом количестве мест. Они живут вот как раз в Омане. У меня есть фото, но я тогда не делал видео. Они есть в Австралии, в одном месте, и все. Практически больше я не знаю. Это когда действительно ламинарии, ну, в кавычках, да, и растут вместе с кораллами. Это очень необычно. Но там они не мешают друг другу. Это как бы просто... От Веллинга. Зона от Веллинга. Там регулярно приходит очень богатая вода с глубины, поднимается к побережью, и она поддерживает существование макрофитов. Они отмирают почти полностью в течение жаркого лета. В этот момент доминируют как бы кораллы. Кораллы выживают и похолодание, и потепление, но макрофиты снова возобновляются в период следующего апвеллинга. Вот. И вот это в двух местах, в одном я там нырял, вот из них. Вот. А так вот, да, вот обрастание либо такое, либо это вот такая пленка, по сути, водорослевая. Да? То есть это ну, нечаткой там сложно назвать, хотя и нечатка есть. Да, в том числе. Да. А красный там вообще?
Для красных нет, они встречаются, но это вот как бы такие вот изредка пучочками какими-то тоже, типа не чапки, вот такие вот, то есть не таломы, то, что я видел. Вот. То есть там, где... ощущение, что там, где много кораллов, для водорослей там не очень... Абсолютно, да. Абсолютно, это так и есть, это так и есть. Если кораллам хорошо, они никому не дают, они ни губкам не дают расти, ни водорослям, они все контролируют. Они воюют друг с другом. Что? Вот же им уже плохо, значит. Да, но вот когда им плохие, да, они сдают позиции, действительно. Они... Но эвтрофикация очень важна. А я не слышал, поэтому тогда закончим, да, и сделаем маленький перерыв, и Оксана, так сказать, да, будет готовить. Спасибо еще раз. Я чуть-чуть еще там вот промахнулся с названием файлов, но я думаю, нормально. И сейчас мне надо будет закрыть это дело. А, вот так. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Рада вас здесь приветствовать. Сегодня представляю доклад, его тема на экране. Но, как я поняла, для начала нужны некоторые предисловия. Как многие из вас уже знают, с некоторых пор я занимаюсь не только основным своим видом деятельности, изучением амеб, но еще занимаюсь ультраструктурой, микроспоридией и их подобных организмов. Началось все с того, что в какой-то момент мне предложили сделать электронную микроскопию внутриядерного паразита амеб, нуклеофаги. Вот. Потом со временем паразитов становилось больше и больше, всяких разных. И так появилось мое с легкой руки Елены Станиславовны названное хобби, вот, результатом которого стал довольно большой массив ультраструктурных данных, а главное – возможность сравнивать разных организмов друг с другом, владея не только как бы, парадными картинками из статей, но и разными другими. В докладе будут представлены результаты работы за несколько лет, также некоторые выводы, гипотезы, мнения, некоторые идеи продолжения, возможно, этой работы. Но все они будут касаться только одного аспекта. Конечно, данных значительно больше, но мы тогда не влезем в этот доклад. Посвящены будут аппарату инвазии этих зверей, так как именно интерпретации этих данных вызывают у нас больше всего вопросов, и, наверное, задача главная в докладе – получить какой-то сторонний взгляд на то, что видим мы, АКВАС. Здесь наша команда, которая работает над всем этим проектом. И теперь переходим к самим главным зверям. Группа, которой мы занимаемся, это группа облигатных внутриклеточных паразитов. Вместе с микроспоризиями они занимают сестринскую кладу к грибам в генетических деревьях. Однако, как их называть? Исторически так сложилось, что мы называем их разелидами. И не все еще готовы провести четкую границу между микроспоридиями, собственно, и разелидами. Поэтому даже на этой схеме, например, клады рисуются совместно, и как бы здесь никакого разделения между ними не ставится. Но для себя мы, в принципе, уже приняли решение, и давайте хотя бы в рамках этого доклада его придерживаться. Итак, к разелидам мы относим, собственно, виды рода Розелла и близкородственные последовательности. А все остальные вот эти звери, до классических известных нам микроспоридий, мы будем называть базальные микроспоридии. Как вы видите, группа эта довольно обширная, но большая часть представлена лишь последовательностью разных генов и полученными из метагеномных исследований. Реально изученных на организменном уровне, то есть для тех, для которых есть более-менее полные данные о жизненном цикле, биологии, ультраструктуре и какие-то молекулярные данные, изучено таким образом всего лишь 15 видов на данный момент. Это в том числе мечниковелиды, специфические гиперпаразиты григорин из полихет. Это паразиты амеб, нуклеофага и парамикроспоридиум внутриядерные и внутрицитоплазматические морелла спора. Также это хитридиопсиды,
хитродиодной типографии, единственный, для кого есть молекулярные данные, это паразиты Калиоптер и Трихоптер. Единственный в своем роде метаспоридиум Дафния, собственно, паразит Дафний, и Розелла, о которой уже сказала, это паразиты оомицетов и хитридиомицетов. Вот. Их известно около 27 видов, хотя последовательности есть для не очень большого количества. Возвращаясь к микроспоридиям, напомню, что самой главной, основной характеристикой микроспоридий, главной фишкой является возможность представлять свое инвизионное начало внутри клетки хозяина по узкой вытянутой трубке. И это все обеспечивается специальным аппаратом экструзии, аппаратом заражения, который в себя включает некоторые элементы. Значит, первый – это длинная, тонкая, вытянутая и уложенная внутри споры по спирали трубка. Но пока она не выстрелила, правильнее называть ее филаментом. Она заякоривается внутри споры при помощи… Она расширяется на конце и заякоривается. Это место называется якорный диск. Она, как правило, еще лежит внутри такого мембранного мешочка полярного сака, и часто этот комплекс называют вместе. Комплекс якорный диск плюс полярный сак. Также с ним связан полиропласт. Он зачастую в микроспоридии бывает двухчастный. Передняя часть, она бывает такая ламеллярная, и везикулярная часть в задней части клетки. И в пределах одной и той же особи часто встречается и тот, и другой тип. И финальная структура – это задняя вакуоль. То, как работает этот аппарат, полностью, целиком неизвестно на данный момент. Есть очень много вопросов. Есть классические представления о том, что внутри споры нагнетается давление. Считается, что это осмотическое давление, которое может быть вызвано расщеплением триголозы, которой у микроспоридий достаточно много, на глюкозу, вследствие чего происходит набухание структур задней вакуоли и в том числе мембран полиропласта, после чего происходит выстреливание трубки. Причем, вот, согласно современным данным, это происходит очень быстро, буквально в долю секунды. Там выделяют несколько этапов, но в целом выстреливание трубки и выход с параплазмы происходит буквально за 1,5 секунды. Этот процесс еще интересен тем, что он является практически одним из самых быстрых биологических процессов клетки вообще. То, как, собственно, трубка выстреливает и что с ней происходит, до конца не установлено. Опять же, классически существует три гипотезы. Первое, что трубка, она может выпрыгивать как сжатая пружина вот из коробочки с сюрпризом, представляете себе такое? Вторая гипотеза, то, что она выворачивается, как палец в перчатке. И третья, основанная на более поздних электронно-микроскопических исследованиях, где видно, что внутри трубки лежит несколько других, как бы вложенных внутри нее трубок. Эта гипотеза предполагает собой, что они, как бы как телескопическая система, выезжают вперед. Однако наличие современных методов электронной микроскопии, к сожалению, до конца не может нам раскрыть все детали этих процессов. Все, что мы получаем на данный момент, большей частью связано с тем, как уложены эти органеллы внутри самой споры, что уже очень здорово, и как они друг с другом все взаимосвязаны. Однако сам процесс, я напомню, он невероятно быстрый, его очень сложно поймать на электронной микроскопии. Плюс далеко не все методы электронной микроскопии представляют собой работу с интактной, нетронутой клеткой, зафиксированной как-то быстро, с минимальным повреждением. И это все, что мы знаем об этом процессе у микроспоридий. Соответственно, то, что мы знаем для розелит и базальных микроспоридий, оно значительно меньше. Это основано на данных обычной просвечивающей рутинной электронной микроскопии. Пару слов о розелле, которая стоит несколько отдельно от всех прочих базальных микроспоридий. У нее внутри спор мы не находим традиционных элементов,
характерных аппарату инвазии микроспоридий. Но мы знаем, что заражение микроспоридий также происходит с проникновением некой трубки внутрь, сначала через клеточную стенку, а затем и внутрь клетки хозяина. При том, что мембрана клетки хозяина, она остается неповрежденной. То есть образуется вакуоль, куда попадает паразит. В целом, это вся схожесть процесса, то есть наличие какой-то трубки, происхождение которой, насколько я знаю, еще вопрос дискуссионный. На срезах базальных микроспоридий на протяжении многих лет ученые видят разные структуры, которые пытаются ассоциировать с элементами аппарата экструзии на микроспоридии. Но, как вы можете наглядно убедиться, здесь приведены иллюстрации разных статей разных лет одного и того же коллектива авторов. И, к сожалению, они сделаны, анализированы не очень аккуратно. Потому что мы видим, что у нас одни и те же структуры, похожие, то есть, например, вот это и вот это, они называются разными органеллами. Или, например, вот это ядро, которое действительно ядро, оно также может быть, по их мнению, выглядеть и вот так. Собственно, поэтому мы и начали заниматься структурными исследованиями этих организмов. И сейчас будет подробнее о разных частях. Давайте сначала поговорим о полярной трубке. Я намеренно не называю это филаментом, потому что вот эту вот толстую, незавитую прямую трубку сложно называть филаментом. Поэтому простите меня, пожалуйста, эту неточность. Итак, что мы знаем для Мерлоспоры и Хитридиопсиса? У них, в принципе, есть то, что похоже на полярную трубку микроспоридий. И мы считаем, что, значит, это и является полярной трубкой. Она совершает несколько витков, но всегда гораздо меньше, чем мы можем наблюдать у классических микроспоридий. То есть максимум – это 3-4 витка полярной трубки у хитридиопсид. Метаспоридиум обладает тоже довольно короткой трубкой, здесь 2,5 оборота, но она гораздо более толстая и на срезах выглядит отличающейся от трубки микроспоридия. Еще более странная в этом смысле трубка у мечниковелит. Это толстая прямая трубка, не делающая ни одного оборота. На конце у нее, как правило, еще бывает такое бульбарное расширение. Поперечные срезы этих трубок в целом довольно похожи. Вот здесь представлены 3 трубки мечниковелит на поперечном срезе. А вот это срезы парамикроспоридиума и нуклеофаги, у которых явно очевидные полярные трубки продольных срезов мы не наблюдали. Но в целом срезы выглядят довольно похожи. Здесь представлено несколько разных срезов парамикроспоридиума. Сразу отмечу структуры, которые не относятся к аппарату инвазии, ядро. Вот здесь есть митохондрия. И чтобы больше не обращать на них внимания, мы их уберем. И что у нас остается? У нас остается 2 диска, которые мы видим на срезах. Один диск и второй диск. Диск 1, он лежит, как правило, более апикально по отношению к центру споры. Зачастую их попадается 2 на одном срезе, и первый, и второй. Никогда эти структуры мы не видели продольно перерезанными. Это всегда диски. Помимо этого, есть вот такие продолговатые или овальные на срезах тельца, которые многие подписывают в исследованиях как перерезанные витки полярной трубки. Но просматривая множественные срезы, мы не видим никакого порядка, в котором бы они могли быть уложены. То есть мы не видим характерной картины, когда у нас по правую и левую сторону есть определенное количество витков. Если это действительно была бы полярная трубка хаотично уложена, то мне сложно представить, как бы она выстреливала, не запутывая, не запутывая.
То есть это было бы точно так же, как, допустим, мы кидаем кошку, и конец от нее мы не распутали. Единственная фотография, касающаяся пермикроспоридиума, которую мы получили, это вот такой вот срез, который мы решили идентифицировать как манубриум. Единственный продольный срез, который мы имеем. Нуклеофага чуть более крупные споры, и для нее у нас есть гораздо большее количество срезов, по которым мы можем сравнивать. Здесь та же самая история, мы видим два диска, причем второй, как правило, менее ровный, менее правильной формы, но более-менее всегда соответствует форме диска. Продолговатые тельца и еще одно так называемое полигональное тело, оно всегда электронно плотное, центральная его масса обходит единичные угловатые выросты. В том числе нам удалось наблюдать тонкие извитые выросты, отходящие от этого тела. Тогда у нас возникла идея вот такой реконструкции. Мы предполагаем, поскольку те структуры, которые мы видим у парамикроспоридиума и нуклеофаги, сравнительно выглядят похожими друг на друга, и мы принимаем во внимание, что манубриум у парамикроспоридиума все-таки короткий, но существует, мы предполагаем, что у нуклеофаги он тоже должен быть, хотя мы его и не видим. И он имеет вид такой вот изогнутой трубки, возможно, довольно сильно изогнутой трубки, напоминающую, условно говоря, половинку бублика. Полигональное тело находится вокруг этой трубки, от которой ведут тонкие отростки, которые, возможно, соединяются с этими продолговатыми телами. По сути, оно находится на том же месте, что и полиропласт микроспоридий. Однако, изучая другой штамм нуклеофаги, мы нашли срез, на котором есть диск. Это диск номер один, который апикально находится, от которого отходят такие многочисленные выросты, переходящие в какие-то электронно-плотные цистерны. И из чего мы подозреваем, что вот эти продолговатые тела – это как раз перерезанные цистерны, которые распространяются внутри споры и уложены там как-то хаотично. Но в пределы вот этой гипотезы, естественно, выросты этого диска, они бы отходили отсюда, не вмещаются. И дальше мы поняли, что, к сожалению, владея теми методами, которые мы владеем сейчас, мы не можем. Сможем придумать новые гипотезы, но выбрать какую-то из них и остановиться на какой-то из них мы не можем. Поэтому продолжение этой темы будет делаться работа по 3D-моделированию, по 3D-визуализации на электронной микроскопии. Сейчас она начата, но пока результатов еще нет. Также отмечу, что в целом выросты, отходящие вот от такого широкого манубриума, мы видим и у мечниковелит. Только они расположены не в апикальной части, а в задней части. У них есть ламеллярная складка, которая отходит от бульбарного расширения манубриума и продолжается вдоль стенок споры, иногда доходит чуть ли не до апикального конца. Считается, что она связана с круглой визикулярной сетью, которая от нее отходит. Следующая органелла – это полиропласт. Определенно точно, полиропласт есть у метаспоридиума. Пусть он довольно слабо развит, и во взрослых, зрелых спорах он выглядит не очень убедительно, но в процессе развития мы видим, что вот он образуется здесь, находится на том месте, где он должен быть. Это абсолютно точно ламеллярный полиропласт. У всех других базальных микроспоридий мы не видим ничего похожего на полиропласт, классический полиропласт классических микроспоридий. Но мы видим нечто другое.
Моралоспор и хтридиопсис обладают трубками, которые обложены такой ячеистой структурой. Стенки их трубок образуют септы, между которыми находится камера, заполненная электронно-светлым содержимым. То же самое можно проследить и у моралоспора. Мы не знаем, мы, честно говоря, не можем предположить, какие функции может выполнять эта структура. Но если подумать, что собой представляет полиропласт классических микроспоридий и как его определяют, функции, которые нагружают на него, они тоже предположительны. То есть, в принципе, мы знаем, что эта структура разбухает, когда споры выстреливают. Но конкретные его функции мы тоже пока не знаем. И, в принципе, полиропластом называется все то, что лежит по бокам от полярной трубки микроспоридий. И эта структура, ну, этим данным соответствует. Может ли она считаться полиропластом? Какие она выполняет функции? Нам еще предстоит узнать. Возвращаясь опять к истории с нуклеофагами и мечниковиридами, мы также видим по бокам от полярной трубки какие-то ламеллярные выросты, которые потом могут, видимо, взаимодействовать с вот этой тубуловезикулярной сетью. И, в принципе, если мы немного... Если бы мы перевернули мечниковериду кверх ногами, то картина была бы более-менее похожа на некоторые картинки, которые мы видим у классических микроспоридий, связанных с полиропластом. И третья характеристика, по которой мы сравниваем классических и базальных микроспоридий, это зона контакта полярной трубки и полярного сака, вот этого мешочка. Я напомню, что филамент полярной микроспоридии, он доходит до апикального конца и далее расширяется. Это расширение называется якорный диск. И считается, что он выполняет функцию заякоривания трубки при ее выворачивании. Он лежит в специальном мешочке мембранном полярном саке, который может быть связан с полиропластом. У всех базальных микроспоридий, в отличие от классических, мы не видим якорного диска, и сама трубка, она не заходит внутрь этого полярного сака. Соответственно, можно предположить, что функции заякоривания трубки им не нужны. И это наводит на определенные мысли. Таким образом, всех базальных микроспоридий по их строению аппарата инвазии мы можем разделить на несколько групп. Первый из них оказывается метаспоридиум, который лежит немного сам по себе. Он в целом похож на то, что мы видим у микроспоридий по составу, но органеллы выглядят несколько иначе. Хитридиопсиды и моралоспора, у них отсутствует полиропласт и есть специфическая обкладка, которая, возможно, может выполнять функции полиропласта. Мечниковелиды, нуклеофага и парамикроспоридиум тоже можно объединить вместе, потому что классической полярной трубки, которую мы видим у классических микроспоридий, у них нет. Считается, что у них есть манубриум, толстая, не завивающаяся, прямая полярная трубка. При этом у них есть некие выросты, которые могут отходить от этой полярной трубки, которые тоже могут, возможно, выполнять функцию полиропласта. Следует также отметить, что никто никогда ни разу не наблюдал работу этого аппарата инвазии этих животных, поэтому все, что мы здесь говорим, это, естественно, лишь гипотезы и предположения. Мы полагаем, что такая толстая трубка манубриум, она не выстреливает, она может, по-видимому, выдвигаться или даже выворачиваться, но такого проникновения, как у микроспоридий, которые считается, что они могут инъецировать свою спороплазму внутрь клеток хозяев, быть не может. И мы считаем, что здесь могут задействоваться химические процессы, какие-то ферменты могут накапливаться вот в этих аналогах полиропласта, таким образом разрушая стенку споры и проникая внутрь клетки хозяина без выстреливания, без инъекции спороплазмы, как это делают классические микроспоридии. Вот. На этом все. Спасибо. И надеюсь, у вас есть вопросы.
Да. Нет, можно вернуться вот почти в конец, вот где сравнивается, наверное, пласты, то есть где отличается этот сам якорный диск. Угу. Да-да, вот здесь. Я вот, например, не вижу отличия. Мне кажется, что у микроспоридий классической, вот нижний ряд, там тоже есть сетки, которые якорные диски отсекают от полярной планеты, так же, как и вот метасфорийные. Ну, смотрите, здесь мы видим, что у нас сама трубка, ее содержимое, она проникает внутрь сака, а здесь между ними всегда... А там же такая сетка есть, вот, АД, где, над АД. У кого? У микроспоридии. Вот здесь? Выше. А, вот о, это? Да. Это расширение самого диска. Ну, полярный сак, он уже вот здесь вот. А здесь он начинается только вот тут, а сам манубриум заканчивается тут. Между ними есть какая-то перегородка. Вот это там, мне кажется, натянуто. То есть, по сути, на крыльях накрывается еще шапочка сверху. Но, я могу считать, что там тоже начинается. Я понимаю, что... Ну, можно да, глубже сидеть. Да, может быть. Ну, да, там книжка такая. То есть... Неграмотно. Спальжу читать. Да. Может, не снимает. Ну, то есть это однозначно выглядит как якорь, по моему мнению. А здесь как будто бы сверху действительно накрыто шапочкой. Якорный диск у микроспоридий считается, что он образует, участвует в образовании воротничковой структуры, которая образуется, когда споры выталкивают трубку. То есть он все равно так или иначе частично разрушается при этом. А какая из этих структур, как бы, мнится самой простой, исходной, если вы строили какие-то предположения на тему эволюции? То есть вот этого многообразия, ну, грубо говоря, вот такого. То есть короткое, толстое, длинное, тонкое, то есть что вот может быть теоретически, да, самое простое. Спасибо. Я бы сказала, что, наверное, средней длины полярная трубка, ну, стандартной толщины. Которой можно все, типа, да? Ну, да. Да. Сейчас, по поводу белков, ведь самый секвенированный геном у пары микроспоридиума и, по-моему, еще у кого-то из этих базальных, да? Да. А нет ли там таких белков, которые микроспоридиумы связаны с полярной трубкой? Белков полярной трубки, я не помню в литературе, чтобы кто-то находил. То есть там все интересовались другими вещами. Наличием, например, специальных переносчиков нуклеотидных и так далее. То есть просто не изучено. Да, да. Да. За счет чего они активируются? Вот если какие-то структурные поверхности. Слушайте, с микроспоридиями. Сначала на первый, да? Окей. С микроспоридиями вообще какая история? Есть для одной микроспоридии, конкретно энцефалитозоана. Сейчас, момент. Показана такая штука, ну, то есть механизм молекулярно-химического взаимодействия. И здесь показано даже более того, что трубка, она ничего не протыкает. То есть рассмотрены разные белки разных компонентов, в том числе и оболочки споры. И есть те белки, которые, по сути, могут выполнять функции того, что на них налипают всякие штуки, в том числе и глюкозаминогликаны, которые находятся, например, в желудочно-кишечном тракте, в котором, собственно, и находятся споры энцефалитозоана. Считается, что когда они начинают облипать всем подряд, именно это может в теории начинать запускать весь этот процесс, то есть быть триггером. Более того,
Вот, белки полярной трубки, сейчас известно 6 белков полярных трубок у разных микроспоридий, там, наиболее часто встречающиеся, это первый, второй, третий. Первый белок, он составляет около 70% вообще массы всей трубки, и считается, что вот филаментозный слой, который мы видим на крио-тем картинках, это этот белок, на который навешаны манозы. А у клетки есть много манозных рецепторов. И трубка, она налипает сверху на клетку. А другой белок полярной трубки, он имеет возможность взаимодействовать с трансферриновыми рецепторами клеток млекопитающих и впоследствии запускать КЛА-3 непосредованный эндоцитозный путь. То есть вот единственное, что мы сейчас знаем для микроспоридий, более точно. Но это только для одной. Как происходит у других, непонятно. Есть два варианта. Там часть микроспоридий находится потом свободно в цитоплазме, часть в вакуоле. То есть здесь тогда вопросов к этой истории не возникает. А для тех, которые лежат свободно в цитоплазме, говорят, ну, мембраны растворяются в вакуоле. То есть... Я как раз по вопросу, вот это, как выделяется мембрана в горе, это сказала у вас. Вот, то есть там предлагается похожий механизм? Ну, по-видимому, все-таки они действительно способны вызывать, запускать тот или иной эндоцитозный путь в клетке хозяев. Потому что еще есть вот такие варианты. Свободная спороплазма, ее пытались как-то культивировать, но это очень сложно. Она взаимодействует с клетками хозяев и как будто бы ее обволакивает. Более того, все-таки фагоцитоз, там, эндоцитоз, видимо, происходит. И такая спороплазма, которая как бы не из трубки попала, а вот голая туда попала, она даже может образовывать миронты после этого. То есть у нее на поверхности, видимо, тоже есть какие-то рецепторы, запускающие эти процессы. То есть полярная трубка, по сути, это... По-видимому, у всех микроспоридий это просто шлюз от споры клетки хозяина, который, как вот мы идем в самолет из аэропорта, да, точно так же чисто место, где нет агрессивных воздействий внешней среды, где спороплазма может спокойненько переползти. Но, как показывает практика, она, видимо, сама может это делать и, в принципе, без трубки. То есть не так успешно. Чем я была вопрос по поводу, собственно, гипотеза о главных трубках, выворачивается, не поворачивается. Там же, ну, если, допустим, считать, что она телескопическая, то вывернута железная, там у тебя эти слои исчезают. И можно же ее измерить сами, как стол-данный сверлик, или как стол-данный вывернутый. Вот сразу с измерениями есть проблема. Потому что считается, что опять же этот основной белок, с которого у нас сделана трубка, что он еще эластичный. И поэтому размер трубки, он и так увеличивается. Да? И даже если сравнивать тот, который посчитан по 3D-моделям внутри споры, и тот, который получается при вывернутой споре. Вот. Те трубки, которые выстрелены, насколько я понимаю... Частично они действительно пустые, они могут нести какие-то грузы, типа вот таких вот штук. Но там, поскольку весь процесс происходит быстро, мы не понимаем, в какой именно процесс мы режем. Она уже развернулась или еще нет. Поэтому часто в таких трубках, вот опять же на криотем, которая считается наиболее безопасным для микроспоридии способом фиксации, мы видим множество... мембраноподобных ламел. В них внутри, может быть, обернуты какие-то штуки, которые нанесет цилиндрические. И также то, что отвечает гипотезе в трубке, вложенной внутри трубки, мы видим вот такую вот извитую трубку, в которой также еще наблюдается на ее поверхности такая исчерченность, которая якобы соответствует спиральной укладке вот этого белка, который может потом эластично расширяться. Еще можно маленький вопрос про танцидисты. Они все время с электронами такие прям кругленькие, просто потому что выглядят эти электроны, где они ставят нижние плоскости. Нет, и это главная загадка. То есть вот этот диск, который диск 1,
который, в котором много концентрических штук, он всегда выглядит ровным диском разного диаметра. Но это шар. Это шарик, но второй диск. Шарик как не ровный. Он тоже всегда так меняется. Иногда бывает в несколько срезах, где он выглядит вот так. Вот. Но он объемный, да? Если реагировали на слово диск, а это диск на срезе. Да, конечно, да. Ну, вот. Ну, по-видимому, да. Но как тогда это все взаимосвязано друг с другом? Есть онлайн-комментарий от Елены Станиславовны по поводу белков полярной трубки. Если можно, я зачитаю. Пытались искать белки полярной трубки в геномах парамикроспоридиума и метаспоридиума, но не нашли. Эти белки не слишком консервативны даже среди канонических микроспоридий. Нет единых структурных мотивов, известны лишь аминокислоты, преобладающие в разных вариантах белков полярной трубки, то есть лизин и пролин. Можно еще? Да. Вот тогда получается, что все эти классические картинки, когда эта трубка пробивает там стенку хозяина, да, это все неправда. То есть она сначала так прилегает, а потом уже там имагинацию делает, да. Зачем она длинная тогда? Зачем так быстро? Да, не все сразу. По очереди, да. Но никто не знает. Но если полагать, что как у всех происходит точно так же, как у энцефалитозоона, то да. Но тут еще дело в том, что длина трубок, она коррелирует с тем, как заражают микроспоридии. Условно говоря, микроспоридии с короткой трубкой, находясь в кишке, они будут заражать эпителий кишки. Микроспоридии с длинной трубкой, они будут заражать не эпителий кишки, а какие-нибудь там мышечные клетки. То есть они все равно должны проникнуть сквозь. И... проникнуть потом в итоге как бы, в тарифную клетку. При этом, я насколько понимаю, есть картинки, я просто всего не помню, сила данных именно по микроспоридиям, где трубка, она проходит сквозь клетки. Что является еще большей загадкой. Что она, как бы, прорастает туда, потом обратно, или она действительно пробивает. На крио там картинках еще очень внимательно рассматривали вот конец этой трубки. И они утверждают, что он похож вообще на крючок, то есть гипотезу с пробиванием все-таки не хотят никак отпускать. И обращают еще внимание, что вот так тут концентрируется огромное количество мембран, и при этом трубка, она закрыта, пока спороплазма по ней ползет. Ну что, по-видимому, как бы все-таки защищает полностью от внешней среды. Но там была гипотеза в том, что вот эти мембраны, они потом будут участвовать в образовании мембраны самой, плазматической мембраны самой спороплазмы. Потому что это загадка большая, откуда она берется у самой спороплазмы. Но вот авторы именно этой статьи показывают вот такую картинку, где они утверждают, что вот... жирные стрелки указывают на мембрану спороплазмы, а тонкие стрелки – мембрану трубки. То есть как бы, главное достижение этой статьи в том числе и в том, что они показывают, что спороплазма идет в трубке уже внутри мембраны. То есть у нее есть своя поверхностная мембрана, да? Да. Но это логично, потому что это же участок клетки. Но до этого это не было показано, поэтому... Ну, на самом деле, не так уж логично, потому что это отделяет часто клетки с ядром в этом случае. Да, часто клетки с ядром отсоединяются от остатка клетки, которые там размазан по споре остается. То есть там всегда остается цитоплазма внутри споры. То есть часть клетки остается, а там перешнурок какая-то происходит, или я не знаю, что подрывается. То есть ядро с участком цитоплазмы попадает в хозяина, но оно уже одето цитоплазмой, это нормально. Этой самой мембраны, это нормально. Зачем тогда здесь столько мембран? Это трубки, наверное, к трубке относятся. Ну,
Да, Гитгертин. Я не хотела задавать этот вопрос, но просто вскоре мы заговорили, там мембрана трубки, может быть, вдруг выворачивается или выталкивается. Есть работы американских исследователей. Не помню фамилию первого, самого главного. Но там Олстрит присутствует, это люди, ага. которые говорят о том, что они вывернуты наизнанку мембрана, и они очень много публикуют белков, которые действительно должны быть смотреть цитозоль, а смотреть наружу таких вот работ. Да, такие работы тоже есть. Они еще основаны... А, да, как я к ним отношусь. А, я... Нет, это напрямую связано с тем, чтобы представить себе, как происходит механизм выворачивания и как цитоплазма, в смысле, вот спороплазма, как мы теперь уже знаем, в мембране, она попадает туда и начинает ползти по этой трубке. Поскольку я это не знаю, как происходит, как и никто не знает, как это происходит. Да, ползет ее просто там как ядро. Ну, как по капиллярному эффекту, возможно. Ее, не знаю, мне, наверное, больше нравится идея телескопических трубок, да, потому что все-таки мы видим вот тут большое количество этих ламел, которые вложены одна в другую. Ну, в любом случае, в конце мембрана должна выворачиваться. Она все равно выворачивается. Есть мнение, что, извините, что прибыла, есть мнение, что трубка, она как бы находится, то есть есть цитоплазмическая мембрана клетки, а трубка, она как бы сверху все это одевает. Она все равно отросток клетки. Полость их связана, полость трубки. Ну, да. А можно я в связи с этим наивный вопрос задам? Как в вашем мозгу вот все эти трубки связаны с имидацинскими кишечными палатами? Вы сказали, что вы не видите закрученной спирали. Да. Но если я верно помню, стихоцисты цириантарии, из которых они делают вот тот валик, в котором они живут, у них там не накручено, у них понятно. У них понятно, весь материал, который потом будет выворачиваться, но то, что это неправильная спиралька, им выворачиваться не мешает. Спасибо за вопрос. Не могу сказать, что я просмотрела много картинок «Нематоцист», думаю об этом. Я посмотрю теперь, спасибо. Вот, потому что мне всегда казалось, что они тоже уложены в спирали и выстреливают. Я много помню, но «Нематоцист» там очень такое оно все наломано. Ага. И это не пробивающая вещь, это очень мягкая. Поэтому ее надавить можно вывернуть, несмотря на то, что оно все не запутается. Да, поняла. Спасибо. Значит, надо помнить про трубки, что все-таки как бы это такой вполне себе уже микромир, биологические мембраны, то есть это не резиновая перчатка, как ведь по слову стол. И опять же, выворачивание под давлением, как бы оно физически не в опорке, в маленьких расстояниях, да, чтобы выглядеть как шприцом, там невообразимое давление, слишком тонкое оно. Пишут давление невероятное. Ну, пишут. Морочки пишут невероятное, но то, что у них нацист, например, выворачивается, это считается нас видным участком, который будет. Ну, да, это факт. Это признанная штука. И именно давление заставляет ее выйти вон. Известно, как давление создается. Ну, есть соображения, которые. Даже белки, которые раскручиваются и создают бедственное давление. Ну как считается? Я давно отвечу. Нет никого вопроса. Онлайн. Может быть, еще стоит посмотреть афибик, хотя они не считаются. Ну, это не может. Какой-то разелит? Чтобы посмотреть на эту самую трубку и сопоставить трубку вот этим, которая снаружи образуется и растет. Мне просто на лекции все время предсказывала идею, что, может быть, микроспоридии экран стал за глаз трубку на высоту, а так она уже тогда не более-менее похоже. То есть найти хоть что-нибудь похоже, мы, наверное, с этой точки зрения посмотреть на просветление трубки микроспоридии.
Можно. Смотрели, но попробуем. Потому что мы с самого начала думали, что это так, что они логичные образования. Вот элиту, разэлиту, распорядили. Ну вот, но геномов филит не нашли, никаких гемологий, белков вот этих микроспорений, да? Не нашли. То есть там, наверное, все по-другому работает. Но картина вот ультраструктурная, она одинакова. То есть есть задний вакуоль, так называемый, который расширяется, за счет чего и то ли там какое-то давление нагнетает, то ли нет. Я считаю, в апеле никаких давлений там не возникает, просто это самое спороплазма, так условно говоря, она мигрирует вот хозяину по этой трубочке, и все. Трубочка прорастает, как у всех эпидемиц. Ну, по ней участок цитоплазмы тоже не вся клетка. Участок цитоплазмы туда мигрирует, часть обрывается, остается в этой цисте, там не спора, а цист называется. То же самое, там по краю остается тоже участок цитоплазмы, по краю эпителия споры. То есть буквально так сильно разрастается, что все вот уходит. Или наоборот, вот это, она уходит, оставляет после себя это пустое место, как бы буквально. Но на самом деле оно же не пустое, оно там электронный коврач, или там какая-то жидкость, я не знаю. Вот, так что тут как-то я в этом плане успокоился, что там хоть другой, например, может. Гомологии нету. Похоже, внешне. То есть это не генетические гомологии. Да. Если есть там, да, спасибо. А, да. Можете вопрос? Возможно, мы говорили, но просто инициировать инициирование. Что запускает весь процесс? Опять же, до конца неизвестно. Считается, что взаимодействие, разные виды взаимодействия. На самом деле есть много вариантов, как инициировать выстреливание спор. Это может быть изменение pH, это может быть активная работа аквапаринов, которые вроде как есть в стенке споры. Это все может инициироваться взаимодействием белков оболочки споры с тем пространством, в которое они попадают. До контакта с клетки хозяина. То есть, например, для... они, я так понимаю, что они выстреливают наугад. То есть, если попали, все хорошо, они спороплазма прошла, они заразили. Если нет, то нет, потому что есть фотографии наблюдения за теми спороплазмами, которые вывалились как бы неудачно, не приклеившись к клетке хозяина. Да, вот в этом смысле апеллиды похожи. У них тоже бывают неудачные заявления. И там не нашли полярный доступ. Нам еще Алексей Валерьевич. Можно вот к этой вот дискуссии отмечу одну простую вещь. Про норфилин, про ТКК у меня Борис Почебов в свое время рассказывал и показывал картинки, что вообще, по его мнению, я еще вопрос не первый раз задаю, да, как бы, вот так называемая трубка, которая уходит в клетку, это отложение целлюлозы клеткой, как попытки залить паразита, проникающего в клетку, учиться химическим путем. И он говорит, что аргумент в пользу этого то, что встречаются закрытые изнутри трубки, а сверху мертвые паразиты, остатки споры, или творческие, или сидящие. То есть тот, кому не удалось проникнуть. Просто называется «За что купил?». Я все время смотрел на него, давно все это очень было. Я тоже такие картинки видел из фотографии. То есть как бы в ощущении, что вообще то, что мы называем трубкой, да, это вообще структура клеточная, синодесмуса, а не структура спированная паразитов. То есть просто паразит проникает химически, а клетка реагирует, пытается изолировать. Вот если такая, вот тем, за что купил, зато продает, Борис Васильевич. Ну, тут опять пояснить могу, что известно. Хитиновая стенка у цисты, и она продолжается вместе вот с этой псевдоподией, так скажем, из клетки, из цисты, ну так грубо,
из цисты вырастает псевдоподия, но она одета вот этой хитиновой оболочкой цисты, то есть она разрастается. Это неизвестно, но похоже, что так. Потому что когда она вот попала внутрь хозяина, то она вот выглядит как такая вороночка, а на конце она, так сказать, открытая. То есть протоплазма или как я помню? Нет, ну не так вороночка, а листутки вот такие вот, пусть у хозяина идут. Да, ну бывают прямые вороночки, короткие бывают. Ну, тема, это просто, да. Но это хитиновые. Нету, да. Да, так ты показали, что хитин химику. Да, реакция под окраской. Да. Каким-то белым не надо было. Каким-то посмотреть, чем он белым найдет, покрасит. Смотреть, потому что это интересно. Хорошо, у кого есть еще какие-то вопросы, мнения? Тогда давайте еще раз скажем спасибо Оксане. Спасибо вам. Закрытый круг. Я принял исправлять выражение, что безумный человек.